Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Apple намерена выпускать iPhone дважды в год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC, такой цикл поможет компании конкурировать с другими производителями, которые сейчас выпускают гаджеты на протяжении года. Уточняется, что в устройство будут внесены некоторые изменения. По информации издания, осенью следующего года Apple презентует 4 новые модели iPhone. Отметим, что они оснастят устройство OLED-экранами диагонали 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, а также обеспечат ему поддержку 5G. На этом пока все. Еще больше свежих новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!